Собственно, этот образец представляет собой часть кварцевой жилы на золотой горке Березовска. Ну, вот 44 где-то сантиметра его длина. Мелкие кристаллы кварца. Похоже же здесь фуксит. Вот этот зеленоватенький. Так, зацепили. Ну, здесь где-то 23 сантиметра. Вот в этой части ширина. Вот это оборотная часть. Зелененький фуксит. Здесь кварцевые полости небольшие. В общем, около 6 кг, да? 5800, что ли. Thank you.
вот такой, наверное, кусочек на ведро воды. Ну вот, еще ведро вылил. Все погрузилось. Хас. Сейчас закрою так, чтобы не парило. Ну, прикрыли, чтобы не парило. Теперь через сутки посмотрим. Ну вот, сутки пролежало вообще в оливке. Кое-что очищается. Вот уже и вода коричневая стала. Ну вот, светлеет там маленько, кристаллики. Вот, последний разок. Перед тем, как щавелевку я иногда с мылом, да, хозяйским расстоим его. Вот видите, щелей. Щелей коричневая. Не промывается. Это другая сторона.